всем подписчикам и гостям нашего канала «Наша жизнь в Америке. New Life. It's my life». Сегодня у нас такой небольшой влог, распаковка автомобильного гаджета. Этот продукт я приобрел еще прошлым летом. Я приобрел его прошлым летом на ресурсе Kickstarter. Вот. Значит, что это за ресурс? На нем продаются продукты, которые не выпущены в серийное производство. Какие-то небольшие частные компании собирают их. И, значит, для того, чтобы запустить серийное производство, собирают на этом Кикстартере деньги. Вот. Значит, на тот момент у них уже была одна видеокамера-регистратор. И они хотели запустить новую серию. Вот. Я почитал, продукт мне очень понравился. Его особенности я расскажу сейчас чуть-чуть позже. И, в общем, сначала я как бы так стрёмно относился к тому, чтобы вкладывать деньги в то, что еще не выпустили, то, чего как бы нет. Есть только опытный образец и рассказ о том, как это будет все складно и красиво. Но, почитав отзывы про первый видеорегистратор, который у них вышел, в общем, я решил, что надо рискнуть. Вот. И, по-моему, я заплатил, я не хочу сейчас рыться искать, по-моему, я что-то заплатил около $250. Вот, за эту коробочку. Сделал предоплату. Мне сказали, что она должна будет поступить в продажу и поступить тем, кто финансировал, значит, этот проект с сентября по октябрь месяц. В результате я получил ее где-то, наверное, в начале декабря под Новый год, грубо говоря так. И в связи с тем, что все время нет времени, на все не хватает. Вот, в общем, я решил оставить ее как подарок от Деда Мороза под елочку на Новый год. И, в общем, до сегодняшнего дня все она у меня лежала, не распакованная. И вот я решил, что пора уже, наверное, ее распаковать и установить. Вот, собственно, сегодня мы это с вами и сделаем. Я вам покажу, что она из себя представляет. Потом я вам расскажу более подробно о ней, почему меня она заинтересовала. Вот. Ну и оставлю ссылочку, и вы сразу увидите еще и во время записи этот сайт. Вы сможете перейти, посмотреть, если у вас продукт этот заинтересует. Пока я его порекомендовать не могу, но пока могу только порекомендовать, скажем, по крайней мере, поделиться информацией о нем. Вот. Ну что, давайте, наверное, распакуем его. Сейчас мы его аккуратненько вскроем. Так, он у нас в пленочке. Вот что мне не понравилось, так это вот этот вот бугорочек, который вровень выпирает. Не знаю, получится ли вам показать, но вот здесь вот немножко торчит. И я очень переживаю, чтобы это не была линза, чтобы она не повредилась. Вот, в принципе, эта коробка была запакована еще в одну коробку и в пупырышки специальные. Вот. Но, тем не менее, окей, давайте посмотрим. Так, коробочка открывается. Оп. Да, мои опасения были не напрасны. Это как раз-таки и был, собственно, глазок камеры. Надеюсь, он не повредился. Нет, все хорошо. Стекло целое. Все в порядке. Пока закроем, оставим под пленочкой. Так, ну что у нас в коробке? Давайте смотреть. В коробке у нас еще одна коробка. Ой, порвалась. Ну ничего. Ага. Здесь у нас правила, паспорт и все прочие дела. Так, снимаем крышечку. И здесь, собственно, лежит сама камера. Так, ну вот она в такой вот
Такая она вам, я скажу, достаточно тяжелая. В общем, вот этим креплением она будет крепиться над пластину, которая будет приклеена на лобовое стекло. И, собственно, вот так вот одеваться. Это все у нее должно вращаться, насколько я правильно понимаю. Так. Что у нас здесь вложено? Наклеечка на стекло, чтобы знали, что автомобиль под охраной находится. Так, ну и здесь еще что-то. Еще что-то. Надо это что-то доставать. Ага. Собственно, само крепление. То, о чем я вам говорил. Вот так она будет наклеена на стекло. Это логотип компании. Вот. Вставляем здесь. Так, это все у нас упаковка. Так, и здесь, собственно, всего только один кабель, которым, собственно, эта камера подключается. USB разъем C. Это пойдет у нас в камеру. И по большому счету здесь больше ничего нет. Как говорится, ни в коробке, ни в проводах. Значит, у нас здесь просто плюс-минус управляющий и земля. Все. Ну что, сейчас мы посмотрим эту камеру на сайте. Я вам расскажу, почему она меня заинтересовала. И потом я попробую ее подключить. И уже позже вы увидите, так сказать, результат ее работы. Значит, вот этот сайтик Kickstarter, на который я попал, когда узнал про эту камеру. О ней я здесь почитал. Значит, им надо было собрать $60,000, чтобы запустить этот проект. И они смогли собрать $366,000. Значит, участвовало в проекте таких, они называются, видите, спонсоров. То есть тех, кто делал предоплату, 1569 человек, в том числе и я там был. Вот. Ну и вот здесь идет описание. Значит, та камера, которая просто Wi-Fi без 4G, она стоила $149. Ее можно было получить еще в 2017 году, в ноябре, в декабре, в зависимости от того, когда вы, в каких рядах вы внесли предоплату. Вот. Моя камера, которая записывает и передает Wi-Fi, по Wi-Fi связывается с телефоном, а также имеет 4G. Значит, она стоила $249. Вот вы сейчас видите с правой стороны. И получить я ее должен был в марте 18-го, в апреле 18-го. Вот. Но в процессе, так сказать, их работы поставка была сдвинута, и они обещали сразу май-июнь. Вот. Но в зависимости, в связи с тем, что там у них были проблемы с сертификацией 4G модуля, чтобы он работал, надо было его сертифицировать, чтобы было разрешение на его включение. Значит, все это еще больше сдвинулось, и, как я вам и сказал, я получил ее только в декабре месяце под Новый год. Ну, наверное, в середине декабря, может, в начале, я точно не помню уже. Вот. Но главное то, что она, как говорится, пришла. Вот. Ну и мы можем перейти на их сайтик. На их сайтик. Оп, попробуем сюда. Вот, вы видите их сайт. Значит, кому интересно, здесь можно будет подробно о камере, об этой почитать. Все узнать. Ну, сейчас вот посмотрим, тут должны быть функции, описанные ее. Вот здесь идет различие в камере Secure 360 и Secure 364G. Поддерживает карточку 256 гигабайт. И вот тут, видите, написано, что быстрое соединение 4G LTE, загрузка данных в облако, оповещение в реальном времени,
доступ к видео из облака в любом месте. Вот, и цена, сколько она стоит? 299-399. Вот благодаря тому, что я делал предоплату, я сэкономил на ней $150. Ну и вот вы видите, здесь различия показаны тоже. Давайте сначала посмотрим. Значит, речь идет только сначала о Secure 360, то, что она поддерживает microSD. Ну и в принципе обоих камерах идет речь здесь, да? Так, следующее. То, что установлены сенсоры, то есть спящий режим, когда машина находится без водителя, все это срабатывает и записывает. Во время аварии 360 просто записывает на камеру, на карточку, а 364G записывает на карточку и передает в облако, как вы видите. Так, что у нас здесь? То же самое, речь идет об облаке и о том, что идет живая передача на любое из подключенных устройств. Опять те же различия показаны, и то, что вы можете разговаривать во время передачи и с тем, кто находится в машине. Ну, в общем, интересное вот такое инновационное устройство. Вы имеете опцию живой передачи видео и аудио сигнала с водителем в машине. Вот такая вот интересная камера. Хотел с вами поделиться о ней информацией. Ну и чуть-чуть позже покажу, как она работает в действии, покажу, какую она делает картинку. Если вам интересно, сайт я оставлю в описании и где-нибудь вот здесь вот тоже напишу. Чтобы... Хотя вот он вверху написан, violence.com. Вот. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, мы иногда будем делать вот такие вот распаковки, обзоры каких-то интересных вещей, гаджетов или бытовых приборов, которые, на наш взгляд, интересны, и мы будем считать, что было бы хорошо ими поделиться и рассказать вам. Подписывайтесь на канал, не забудьте поставить колокольчик. До встречи, бай-бай!